Итак, всем привет. Вот все-таки расцвела у меня моя черная орхидейка. Классная. Офигенская. Посмотрите, какая. Я думала, на фотках фотографии немножко отредактированные. Но, как оказалось, она действительно, видите, какая. Практически черная. Видно вот здесь, да, по краям, что она немножко такого бордового цвета, но на самом деле, если ее на просвет поставить, да, она будет примерно такой. Я ее боюсь просто еще сломать, потому что она только-только расцветает. Вот у нее вот этот цветочек уже полностью расцвел. Цветы не крупные. Я, честно, не уловила никакого запаха. Не могу ничего сказать. Поэтому мне немножко тут неудобно. Сейчас не могу я все никак нормально поставить, чтобы заснять. Потому что камера видит, конечно, черный цвет. Но она не понимает, что снять, заснять. Тут надо, наверное, более профессиональную камеру, чтобы было понятно. Ну или вместе с руками снимать, чтобы она поняла. Ну, в общем, она черная. Она прям черная-черная. Я просто листьями закрыла некрасивый горшок. А так она, ну, вот такая вот. Не знаю даже, как куда ее подвесить, чтобы было лучше понятно. Но она крутецкая. Первый раз она мне зацвела за несколько лет. Брала молодым растением. Она наращивала маленькие бульбы. Я даже не знала, как сделать так, чтобы она нарастила хорошее. А тут она бы, ну, нарастила тоже такую же примерно по размеру небольшую, но все равно цветонос вышел. Значит, возможно, ей нужна какой-то перепад температуры, потому что я до этого жила в доме, и она у меня росла, ну, это... Вот, росла она у меня там в разных условиях, но зимовала в холодной комнате. Может быть, поэтому, не знаю я. В общем, не могу ей сказать, по какой причине она у меня в этом году зацвела, а в других годах она у меня не цвела. Рука моя все мешается, потому что я ее держу. В общем, смотрите, какая крутая. Вот здесь более-менее видно, какой действительно цвет. А так, да, черные, черные. Не могу я ее не снимать, честное слово. Не могу. Потому что она крутая. Все, ладно, всем спасибо за внимание. Всем пока.